на сайте налогоуправления появился интернет-сервис «Узнай индекс платежного документа». Это, будем так говорить, практическое пособие для того, чтобы платить налог. Достаточно ввести свой ИНН, даже фамилию, имущество не нужно. Вводите ИНН, простейшая работа, высвечивается 15 цифр индекса платежного документа. Индекс платежного документа можно получить и по телефонам колл-центра 211-47-17, а также 8-800-100-59-01. Заплатить налоги можно, что называется, онлайн, в любом терминале и банкомате Сбербанка. Сроки уплаты налогов на землю и имущество уже прошли. Поступления составили 200 и 254 миллиона рублей соответственно. 60% всего населения уплачивают своевременно и в полном объеме налоги. Порядка 20-25% уплачивают в течение 15-20 дней после срока. Порядка 25-30% это приходится на долю должников. Масштабную кампанию по ликвидации задолженности фискалы начнут в декабре. В налоговой службе обещают применить к неплательщикам весь комплекс мер по принудительному взысканию средств.